have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет, привет. Всем доброго времени суток. Итак, у нас сегодня Roblox, не поверите. С толкача практически завелись, игра не хочет, говорит, вы давно не заходили, вы давно не приходили, нафига вы вообще это делаете, я не буду, я не хочу, но пришлось, знаете, взять за волосы, оттаскать, и да. Мы фрум не про игру. А вот теперь думаете про что? Давайте подождем, как оно и что оно будет. Итак, у нас захват стульчика тут происходит сейчас. Ух, это что-то новое, никогда такого не было. По-моему, было. Да. Ну, было. Я на самом деле не помню. Было, да, в прошлый раз, когда мы снимали, было? Да, да, да. Офигеть. Это музыкальный стульчик. Нет! Нет, Фрум. Не подыхай. Я хочу стульчик! Надь, надо сражаться. Фрум, сражайся. Я понял. Кинь мне нож. Отлично. Я не успел отдохнуть, подождите, вы что делаете? Тут скелет с лампочкой на голове. Тут гусь ходит, да гребусь. Да прости. Блин! Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я чуть не сдох, это было страшно. Очень. Описывать свой экспириенс похода в туалет. Ну дайте нас... На адском стуле, блин, горячо. Подпекает? Да. Пингвин выжил. Я хочу, чтобы музыка прекратилась. Прекратись. Кто эту музыку? Это крутая музыка. Музыка хорошая, просто говорю, что... Там можно ж... Ох, спасибо ты, блин. У меня кнопка перестала работать. Не то, что она перестала, просто я все время жал, пока мы шли, и потом не сработало. Она залипает, тут нельзя так делать. Ага. На этой стороне вообще нету... Вы... Гуся, 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 вали гуся! Гусь, гусь, нет! Я не знаю, как на самом деле здесь этим махать, ножичком. Тут, да, тут прям рандомчик дичайший. Гусь Жесть. Стоит. Не разговаривай больше. Я бы не подумал ничего, но зачем ты это сказал, блин? Во всем виноват орех. Во всем виноват долгое отсутствие нас в этой игре, блин. Во всем виноват... Во всем виноват... На... Как люди медленно ходят? Я тоже хочу медленно ходить. Не-не, по-моему, эта игра... Игра дает рандомную скорость хождения для каждого на каждый ход. Пингвин опять выжил! Пингвин и гусь, блин, что за птичья компания, вы чё? Жесть, Фрум быстрый. Стой, 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 стой! Блин, это мы... Угу. Убей гуся, я тебе говорю. Я за пингвином гонюсь, а не за гусем. Я не могу развернуться. Да ёб парасоте, я же уже замахнулся на него. Ну нет, ну вот вот. Вот. Ладно, я понял, почему мне эта игра такие нервы делала. И пингвин выиграл, он убил гуся. Пингвин убил гуся, ну... Всем кредитов за убийство. Да? Чего? Заставим пингвина полететь пинком под зад. Ну да. Я вспомнил одну очень сратенькую игру. Какую? На телефоне, где нужно было, короче, пингвина клюшкой эрич и как можно дальше. Погоди, это же Yeti Sport был. Да. Это была не сратая игра, она была ни разу не на телефоне. То есть эта игра появилась гораздо... Это командная. Нет, не командная? Да, командная. Тут есть команды? Ну, я убил двух... Спасибо, блин, теперь меня... Я убил двух человек, мой чувак в команде ничего не делал. Я в команде с... Что это? Что?
Ну вот, в общем, вот эта штука с Yeti Sport, она была актуальна еще, по-моему, в 2002 году. Это было на компактной, на XP и винде. И в это можно было поиграть на всяких там... Вот уйди отсюда. Умри. Я на стуле запоролся. Немножко нечестно, что они просто сразу кидают следующую команду. Нечестно, как минимум то, что один против двух. Нет, два против двух. Два против двух. Если тиммейт убили, то ты будешь один против двух. Серьезно? Мне не понравилось то, что как только заспавнились на мне, сразу убили. Да. Подожди, а что это за броня телевизионная? Где ты? На скрине. Ой, что-то я этот... На серии так говорю. Офигел в край. Так. Спойлеры. Рядом со мной труп восьмиклассница. Еще тёплый. Ну, блин, у него... Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Всё нормально. У парня хитбокс. Маленький, на голову. Стреляй в лимон. Это недопустимо. Недопустимо! Стул отдай! Чувак, я столько переживал, что когда вскочил, стул прилип к заднице. Хватит меня смешить. Так ты все равно уже слился, тебе-то разница. Пингвина убейте, блин, будьте людьми. О, блин, пингвин убивает всех. У парня голова маленькая очень была, а хитбоксы тоже маленькие на голову. Я убил пингвина? Really? Чё? Ты это видел? Я это что видел. Он говорит? АФКшник полетел на стуле вверх. Ай, блин. Он вознесся, вы не понимаете. О, КФС, чё, блин? Не, знаешь, по крайней мере, теперь тебе не обязательно побеждать, чтобы получать хоть какие-то поинты. За убийство тоже дают поинты, что приятно. Типа, можно там 2-3 человека за раунд грохнуть, и нормально получается потом. Бить всех. Let я the hobbits hit the floor, let the hobbits hit the floor. Что предлагаешь? Я предлагаю убить всех. Да блин, не так же. Предлагаю убить всех, да не так же. Это горячая картошка, типа? Да? Да. А, уйди! Врум, врум, не надо. Свои. Пока. А почему я кого-то с собой не могу взорвать? О, ФКшнику дали нож. Ну, по идее, мне не дадут. Хорошая установка на лето. Ты иди к черту. Все произнесенное в этой серии является дружескими подколами, мы никому не желаем зла. Надо бы мне голову переодеть, потому что... Что? Я им ножом бью, и все равно! На! Ух! А ну пикалка обнуляется, когда ты даешь... Фу, блин. Она мстительная, блин, побежала за тобой. Попробуй кидать нож. Да ну нафиг! Зачем ты ему посоветовал? Чтобы он не попал. Stop giving them ideas. А, стой, я не негр. Взорвите пингвина. А, это не пингвин, это похоже на... А, пингвин уже сдох, ладно. Да ты черт, помойный. Привет, дружище, не надо. Да ты... Нет. Чувак, ты за скаутом гоняешься, какого фига, что ты делаешь? Это нереально. Нет. А почему я опять? За тобой гонялись, тебе и ножик, все нормально. Боже, почему так легко? Ребята играть не умеют. Да ты просто, у тебя хитбокс маленький, у тебя скорость самая большая и прыжок двойной есть. Уйди! Уйди, тварь! Не смей! Прикинь, он прилетает... Ах, блин, выиграл! Я хотел сказать, прилетает в тебя в ту же секунду и взрывается, ты такой не успеваешь его выбросить. Вот это круто было бы. А прикинь, если просто нож на пол положить?
Слишком сложно. Что это такое? Ну, с ножом ты быстрее бегаешь. То в теме, то в теме. О, ганслингер. Щогун. Че? Дуэль? Да, дуэль. Слушай, дерьмово. Надеюсь, меня не выберут, да? Выберут все. Oh, no. Да я не про это, я хочу до самого конца. Уху-ху. Да, о нет, найн, 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 найн. 9. Я даже не понял, как это работает. Ну, то есть, да, я ЧВКшник, у меня баф на скорость. Ладно, этот режим явно... Какого фига? Этот. Я кликал на мышку прям вот так вот, со всей силы. Там надо отрядовать. Так, все, я теперь тебя понял, новую мышку я тебе не покупаю. Хадыш, как? Я не понял сам. Преступник произвел два выстрела задом, да? Ну то есть какого фига? Такое ощущение, как будто у него автокликер. Тут автокликер не решает. Я кликал быстрее, чем автокликер, но не получилось. Не можешь. Ты человек. Нет, ты... Ну, блин. Ничтожество! Ты не можешь называть кота ничтожеством теоретически. Я любя. А, ну, да. Ну, то есть... Он что-то. Ну. ФФА. Подождите, а как это ФФА? Ну, блин? Free for all. Я даже шага не успел. Я троих человек уже просто зарезал. И четверых, я не буду на этом останавливаться. Давай, затащи эту карточку. 9 убийств. Ты это сможешь. С Г7. С ножа. Что ты? Брачный танец, что ли? Это со я не знаю. Выглядит офигенно. А сейчас, дорогие наши зрители, мы наблюдаем за брачными танцами в Роблоксе. Посмотрите на это оперение, как он... Ну ладно. Ну, я говорю про то, когда перо в руке держишь, оперение, да? Правильно это же называется? Оперение. Не зарезал 5 человек. Вот, жить захочешь, не так раскорячишься. Первым был кот. Нет. Дак-дак-стап? Типа как дак-дак-гоу? Ну, дак-дак-стаб. Ну, типа... О, нет. Гузгуздак. Гузгуздак, да. Скажите, когда меня выберут, пожалуйста. Нет, тут человек нет. Фантастический просто. Офигеть, мне нож перед столом упал. Почему вокруг меня мансят? Пожалуйста, я понимаю. Почему меня вообще убить могут? Я ж этот... Бронежилете, алтыни. Самоубились. Да какой бронежилет? Это как в реальной жизни, она ничего не спасает. Да. У нее даже ножик розовый, офигеть. Посмотри на эту латинос. Была бы она еще темнокожая. Не, я по размеру. Это по размеру нижней борьба. Части, да. Сужу. Опа. Минус. Мне туда доллар запихнуть, что ли? Что за посом? Да ну. Спасибо, что убрали. Вообще. Ребят, у меня труп восьмиклассниц. Да он меня выберет, я тебе говорю. Change the world. Так, ладно. Я думаю, что эта серия Roblox будет немножечко не по правилам. Она не будет 16+, она будет 18+. Ну его нафиг. Что? Чё? А типа норм? Да я не знаю. Блин, вот это я сейчас себя старым ощутил. Я помню, когда вот эти вот костюмы выдавали новыми. Помнишь это, котяра? Да-да-да, помню. Я тоже помню, что вы. Да, блин, я та еще недавно. Не так уж и давно. Да, не так уж и давно, лет 5 назад, а так все хорошо. Ой-ой-ой.
кто-то получил урон по самолюбию, такой, что ой-ой-ой, крит. Хрум тебя... Да тебя домогается новогодний человечек. Не буду пингвина убирать. Я убью вот этого. Ты решил отпукнуть? Да нет, он улетал. Вот, его убил наконец-то. Сдохни, сдохни, тварь, сдохни! Чё, да? Ну ты должен выиграть. Только кидать не можешь, тварь. Я тебя сейчас нашинкую просто. Фрум, ты посмотри на этого агрессивного. Я тебя ненавижу. Ему нужно на курсе подавления гнева, серьезно. Мне кажется, я тебя запомню. Видишь, он еще и запомнить собрался, еще и злопамятный. Запомни меня. Запоминатор 3000. Че, какая следующая игра? Спуки? Обычная. Нет, подожди. Чёрт ли. Kill Row. Это что? Только посмотри на этот стол. А, у типа да, у Фрума подряд. Теперь. Да. Опять этот дерьмовый режим. Не, на самом деле. Не, на самом деле. Кто со снайперши, блин? Я хочу разложить в позу для банкомата. Как бы, чтобы купюру засунуть. Да я тебя убью! И тебя убью! Да убей ты его и все. Делов-то. Не меня. Я уже просто кинулся людей убивать, а ты тут пришел. Гад. Хедшот. Лампочку, лампочку. Вот, все, кто-то вспомнил старые традиции, которые надо уважать, спасибо. Так я тоже разбивал. Ну вот, да, я же говорю, тоже молодец. Ну то есть просто, что в этот раз он побеждает второй раз. Я имею в виду, что вот за кат. Ты побеждал? Я два раза победил уже. Ну, котяра побеждал уже два раза, да. Просто, что в первый раз он с лампочкой провтыкал. Глупец. Да. У меня Duos. Первый раз Duos. Не Stress. Было ножа. Quattros. О, мы с тобой в команде. Утка. Тут утка, ура. Тут утка. Смотрите, на столе утка. На столе уточка. Это камео? Блин. Это что, кроссовер? Да. Это кроссовок? Это кроссовок. Что? Да. Новогодник тебя решил. Как? Чикнуть. А как? А расстояние между нами, не? Не-не-не-не-не, пинг между вами, да, расстояние... Эй, дурачок. Я что-то не понял, вообще это рофл? Или как это? Да блин, у меня тиммейт кусок... Кусок тиммейта? Ну ты уже перестреливал пингвина, ну хорош, ну что ты делаешь-то, блин? Я задушил микрофон. Извините, победитель пингвин. Не оба пингвины. Ну да, потому что второго же убили, не, он там один был. Ну что, до этого, когда были парные победители, если оба выжили, да, оба и объявлялись победителями, если что, по-моему, мне кажется. Да. Я думаю, это что оба просто сражались один на один. Не-не-не-не-не, было два я победителя. Я хочу Мордор Мистрия. Хоть потейто. Ну хоть потейто дадут. Хоть потато. Только не мне. Че за дичь? Фигак. Слышь, побыстрее будь. Не хочу. Я тяну интригу. Кот, еще раз мне передашь, я тебя взорву. Не трогайте меня. Трогайте его. Тут эта тварь тупая, этот робот. Лови. Интересно. Опа, красиво, то, что я и хотел. Интересно, я говорю, сколько она задонатила. У нее розовый стульчик, розовый ножик. Она сидит, блин, в такой позе. То есть явно человек уйди. Кинулся деньгами сюда. Не хватит меня таргетить, тварь ты такая. О, второго своего оппонента убил. Остановись. Остановитесь. Рискованно, рискованно очень. Ну, я надеюсь, то, что я... Переиграл. Я... Это как играть в русскую рулетку, понимаешь?
С картошкой. Заряжай ее картошкой. Ты он умер, слава богу. Не переиграл. Думаете, я вас не переиграю? Это что у вас за треугольник? В смысле, мяу. Он и поесть решил, что это было. Вообще, это тишина мимо меня будет пролетать, пока вы туда-сюда кидаете и в сорве. Опс. Нет. Остаться в живых. Блин. Их двое осталось. Смотри, смотри, какая напряженная битва. Зомби выиграет. Я думаю, то, что чувак в уродливом костюме выиграет. Это история о том, да, как я попал в зомби-апокалипсис. Зомби не смог пережить картошку, потому что он ест только мясо. А, ну... И овощи. Нет, смотря нужно быть овощем, овощи, что, нужно быть овощем, чтобы попасть к зомби. Все, просмотревшие это видео, обязаны купить мне, нет, не Helldivers 2, а Fallout 4. Кто тебе что обязан? Я не знаю. Ты даешь людям квест, но ты делаешь это без должного уважения. У меня шахид нож был. Я пошел отсюда, до свидания. Он умрет. Я думаю, он кинет кого-то напоследок. Нет. Я был неправ. О, слушай, блин, бойтесь. Посмотрите, что она сделала. Только посмотрите. Нет, блядь, что? Только посмотрите. Короче, у меня есть план, я его сейчас буду придерживаться. Посмотрим, насколько он сработает. Эти люди, они же моральные уроды. Кто тебя покусал, блин, на перерыве? Наконец-то робот... А, меня Бэтмен покусал. Слышь, АФКшник-робот, он же уже подыхал. И что? Он еще раз умер. Ну вот, он потому что АФКшник. Как так-то? Да. Нафиг, 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 нафиг! Тактика? Ну придерживайся. Стой, я запрячусь за кем-то. Он сейчас метнет в кого-то на последней секунде. Зырь, это тактика, вот. Видишь? Ты гениально же. А я так же хочу теперь. Не получится. Блядь, да вы чё? Карусель, карусель! Я убил зомби. Пингвин, уйди. А, шлюха кучерявая. Что? Ну, как назвать еще можно ее? Чем тебе, это, чем тебе эти волосы, этот слой меня, людей не угодил? Не трогай меня! Не трогай меня! На тебе нафиг! Фрум, остерегайся. В игре нету никаких родственных связей. В игре ты просто моральный урод, и все хорошо. Все просто отлично. Так нельзя. Уйди отсюда! Нет! Уйди! Кидай! Ах ты ж! А как разбить? Все, нажато нету, все. Видишь? Ладно, я тоже не смогла. Думаю, на этом моменте мы будем заканчивать серию. По-моему, получилось неплохо. Пишите, что вы думаете про возвращение Роблокса. Какие бы режимы еще хотели увидеть. Я видел то, что вы делали запрос на другие игры. Так что все пока что в процессе. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем пока. Всем пока. Адью.